Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны, позвольте мне прежде всего поздравить вас с Днем Независимости, нашим главным государственным праздником, который стал символом свободы белорусского народа. Народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества. Да, к своей независимости белорусы шли более 1000 лет. Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции. Но Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой Советской Республики на карте мира. Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы, города Минска. С тех пор сменилось почти 4 поколения белорусов, но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей –